Мой депутатский запрос адресован премьер-министру Республики Казахстан Мамину Аскару Узакбаевичу. Уважаемый Аскар Узакбаевич, сегодня проблема наркомании представляет глобальную угрозу здоровью населения и национальной безопасности нашей страны. Во многих развитых государствах сегодня существует система правового, медицинского, социального и прочего обеспечения реабилитации наркозависимых одновременно с мощной пропагандистской кампанией против наркотиков. В Казахстане, к сожалению, подобная система находится в плачевном состоянии, и такое положение на фоне роста наркозависимых преступлений, совершаемых под воздействием наркотиков, требует принятия незамедлительных мер как со стороны правительства, так и общества. Считаю необходимо привлечь пристальное внимание к проблеме наркомании в Казахстане. В связи с чем предлагаю следующие меры в целях противодействия наркомании в стране, а также сохранения здоровой нации. Во всех регионах страны утвердить новый состав межведомственного штаба по координации деятельности государственных органов, направленный на противодействие наркомании и наркобизнесу, включив депутатов маслихатов и представителей неправительственных организаций. Контроль за работой таких межведомственных штабов возложить на республиканский межведомственный штаб. Создание журналистского пула из числа местных и республиканских средств массовой информации в целях освещения проводимых антинаркотических профилактических мероприятий и принимаемых мер в борьбе с наркопреступностью и эффективной пропагандой противодействия наркомании среди населения, более полного освещения всей проблемы данного вопроса и оседания в сознании граждан, а также другие необходимые меры сферы деятельности межведомственного штаба. Данные меры позволят контролировать работу всех заинтересованных государственных органов и неправительственных организаций, направленных на снижение наркоситуации в стране. Кроме того, необходимо усилить и совершенствовать работу по следующим направлениям. Пресечение фактов распространения рекламы сайтов, причастных к сбыту наркотиков и психоактивных веществ. По пресечению фактов нахождения в общественных местах лиц в состоянии наркотического либо токсимонического опьянения, что негативно отражается на общественном мнении о бездействии сотрудников органов внутренних дел. Финансирование для приобретения нового оборудования и реагенты, позволяющие в кратчайшие сроки устанавливать вид синтетического наркотика и его аналогов. Разработка альтернативной работы постов заградительных систем рубеж для выявления и ликвидации международных наркотрафиков и каналов перевозки синтетических наркотиков с использованием мобильных групп, в составе которого входят и служебно-розыскные собаки. Это перекрытие каналов поставки синтетических наркотиков путем осуществления контроля почтовых отправлений на предмет выявления фактов незаконной пересылки наркотических и психотропных веществ в отделениях Казпочты и других. Проведение оперативно-профилактических мероприятий Центром кинологической службы с использованием также служебно-розыскных собак. Провести перерасчет нормативов численности подразделений противодействия наркобизнесу во всех регионах страны. И другие меры. Данные меры усилят работу соответствующих органов по пресечению оборотов наркотических веществ в нашей стране. В соответствии со статьей 27 Конституционного закона о парламенте, Казахстана и статусе его депутатов, о результатах рассмотрения депутатского запроса и принятыми мерами по их реализации прошу дать письменный ответ в установленный законом срок. Полный текст депутатского запроса прилагается. Благодарю за внимание.